Старший лейтенант Андрей Мозговой пришел в Немчиновский отдел полиции в 2009 году. Сначала был рядовым сотрудником патрульно-постовой службы, затем стал инспектором. И вот уже 3 года он командир взвода. Сейчас в его подразделении 25 подчиненных в возрасте от 18 до 40 лет. Для многих ППС это лишь начало карьеры в полиции. Это так называемые кузницы кадров, да, кто-то, ну, как бы душой и телом остается здесь навсегда, да, кому-то, ну, более интересна работа на улице непосредственно, так сказать, движение, где происходит все, ну, с чего все начинается, так сказать. Ну, а кто-то, да, дальше просто начинает уже карьерный рост определенный, получает там, у нас, ну, в основном сержантский состав, да, там люди получают образование, хотят расти, карьеру строить свою, уже в другие службы непосредственно уходят. Кто-то там в участковую службу, кто-то уголовный розыск. Призванием патрульно-постовая служба стала почти для 20% состава взвода. Есть несколько сотрудников, отличаются, да, непосредственно постоянно принимают участие в раскрытии преступлений, так сказать, на благо общества, довольно-таки сильно работают, непосредственно задерживают людей, совершивших там определенные правонарушения. Среди них Максим Курмей и Илья Андреев. За успехи в службе они имеют медали и значки отличника полиции. Часто работают вместе. Когда чувствуешь плечо напарника, намного легче, уверен Максим. Но периодически выезжают и с молодежью, передают опыт. Стараемся их обезопасить, конечно, не пускать на рожон, чтобы в основном наблюдали со стороны все, как это происходит. А потом уже постепенно, как говорится, приручаем к делу. Выезжать приходится по 5-6 раз в будни, по выходным вызовов бывает и до 15. В основном семейные скандалы и нарушения тишины. Бывают и более спокойные проверки. 32-47, 32-47, знаменка связи. На связи 32-47. Проверь, пожалуйста, Немчиновка, связистов дом 1. Автомашина Toyota Camry, сработала сигнализация. Принял тебя, знамен. Максим уже 13 лет служит в Немчиновском отделе полиции. Быть полицейским мечтал с детства. В работе ППС привлекают постоянное разнообразие и разъезды. Оружие, признается, используют только на стрельбах. В основном, чтобы утихомирить людей, хватает и полуслова. В основном люди понимают словесно, ну а так приходится иногда принимать меры административного характера, а и иногда уголовного. По-разному. По-разному. Каждая ситуация индивидуальна. В этот раз выезд на улицу связистов не выявил нарушений общественного порядка. Однако проверка проведена по всем параметрам. И так ответственно сотрудники ППС относятся к каждому вызову. Служба народу. Помощь людям. Ну и много всего, чем можно помочь людям. Главное работать и все. Работать и еще раз работать. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».